Доброе утро, друзья. Давно ничего не записывал, не выкладывал. Не потому, что не был на рыбалке. Ну, просто ничего хорошего, интересного, в принципе, не было. Ловил я окуня, щуку со льда буквально 3-4 дня. Сегодня уже ребята подсказали, что есть открытая вода у нас на Дону. И вчера очень хорошо ловился окунь на джиг. Поэтому приехали проверить сегодня информацию, так ли это. Вот. Приехал я с дядей Сережей, с его отцом. Вот он. Поэтому посмотрим, как все будет. Все увидите. Вот. Погода, конечно, у нас очень прихотливая. Буквально 3-4 дня назад ловили со льда, а сейчас уже плюсовая температура. Вот он, Дон наш, батюшка. Вот. Вот они уже первые рыбаки на водоеме. Сегодня 10 января. Вот. Сергей был вчера, вот сейчас он подойдет. Вот, поймал окуня на 1,5 килограмма. Прям зачетного, я хочу сказать вам. Вот. Фотографию к видео приложу его вчерашнее, чтобы сами посмотрели на этого монстра. Вот. А так, погодка шепчет. Вчера дождь лил. Сегодня пасмурно, но весенняя-осенняя погода. Так что давайте посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, клёв и сегодня будет. Серёга, поприветствуй в камеру. Да, вот. Ну, подходим уже к месту ловли. Уже два рыбака стоят. Сейчас. Сергей. Ага, а то уже переживать начал. Поплыл какой красивый. Аккуратненько клюет, так прям на волочение приманки. На дне много ракушек. Thank you.
покрупнее, наверное. Ну да, уже покрупнее пошел. Покрупнее. Вот такой вот полосатик. Давай, попозируй. О, умничка. В пятнах весь. Давай в другую сторону, наяриваю, Ой, хороший, ой, дождались мы. Вот, вот, профессор. Вот это да, вот такие у нас трофеи на Дону ловятся. Так, давайте, попозируйте на камеру, покажите, как нужно молодежи ловить. Вот, вот это да, это другое дело, за фоткой. Окунь. И снова да, вот такую вот приманочку. Вот. Красавчик. Давай, домой. Плыви. Зови папку с мамкой. Конечно. Она там как, возле берега только, или-то они? Давай. Мы так увидим. Вон еще знакомые идут ребята.
Потяжечка была. Есть. Как-то все равно замолчал он. Поймал. Давай выпускать. Ну чё ты спишь так долго, привет? Я так и понял. Вот, смотрю, там мелочёв подёргает. Там вчера... Ну как я тебе говорил, сколько? Ну может... Не знаю. Может... Он не на оранжике прилетел? Не. Ты на всеник, что? Да. Не, а что? А? Где? Вон там, да? Ну вот. Там дрова. Че ты? Да, отпускай. Пускай живет. Ну вот этот с Серегой пошел на коряжник. Там течение. Да? Здесь еще, ну оно есть, но такое. Там вообще... А? Не слышал? О! А. Подсело что-то. Причем такое. Маленькое что-то. Просто такой удар был. Там. А, это и ты меня? Да? Угу. А, ты с той стороны. Ну, видишь, подошел, да? А как ты кинул? Ты кинул куда? А, у тебя. А ты че? А я не могу понять. Надо разойтись подальше. Она же течение сносит. Профессионал, да, Вить? Да здесь все профессионалы у нас. О, чубачок. Сейчас, мне кажется, Серега выдернет что-нибудь. Говорят, ловили там. Но он же потихонечку приветывает. О, он сразу нападение. А? Это моя любимая приманочка. Не дал пуститься даже, а? Ну, наверное. Выпрыгнула? Нет. А.
Нигде не было? Ну что это? Что у нас сегодня, завтра, все, потом опять морозы. Не, в городе. А-а-а. Так что поедем за щукой к концу недели, а? Ну, уф. Я жду. О, они глянули. Вот он. Стоит в этом, в тол, ну, не на дне, нет, сверху где-то в толще. Или вышел гулять? Ага. А? Скорее всего. О, видим, он прям на каждом забросе. Я сейчас сколько бросаю? Я сейчас восьмерочку. Кого доставали? А он же видел, там касса там вообще мелко идет, он нам потихонечку, потихонечку, С города? Ага, иди сюда. А? Ну да. Красавчик. Вот она. Ну-ка, позируй. О! Давай.
Да, мы тоже. Подожди, не тащи сейчас, Эв. Он на ракушке там стоит. И все, вот ты. Здесь можешь уже идти. Да. Даже до середки. Ну вот, стали вот прям. Прям они стали прям. Я не знаю почему. Он там можно в ответ ловить, мне кажется. Не, а чё? Там он и стоит. Я на беленькую, это, они ловят на этот, такая, знаешь, трехсоставная или четырехсоставная машинная масса, такая темная-темная. Ну, да. И вчера все на темную ловили здесь. Ну, я на ларву темную. Он маленьких не ловит сегодня тоже. Да? Да. В Ютубе будете смотреть. Конечно, конечно. Ай, бля. Да, снимается, конечно. О, хороший. Хорошенький, хорошенький. Конечно. Ой-ой-ой-ой. Ну это, конечно, поросеночек, кабанчик. Вот, видишь, какая? Какая-то такая. С Алиэкспресс. Ну, она там, вот если так на свет, она немножко... Он, кстати, даже немножко ее... И неправильно... Это вы надевали или Серега? Он даже неправильно ее немножко надел. Она должна... И все равно играет. То есть он... Она вот, вот так вот должна стоять у вас. Вот она, видите? Вот так, крючок. Она эта резина там получается немножко на бок надета. Ну, то есть чуть двойничок. Она все равно играет в любой плоскости. Ну, понятно. Ой. Кому ты там уже рассказываешь? Да нет. Такой был приятный.
Такой подвис был прям. Маленький? Да не, должен быть приличный. Или такой прям, или прям такой, такой шевелючий был. Ой, красивый какой. Ой. Эй, позируй. Позируй, а теперь уходи. Плыви. Зашевелился. Чего залили? Здесь прям надо волочение, прям вообще просто вот ты как будто вот со дна даже не поднимай. Да что-то. Что-то маленькое, но такое прям упористое. Ну как маленькое? Я-то маленьких не ловлю сегодня. Я тебе серьезно говорю. Слушай. Там. Крутяк. Я тебе такой резиночкой могу угостить. Это моя самая любимая. Ой, ну как хочешь, все. О, сразу нападение. Не, ушел. Снова поклевочка была. Тоже приличный. Красивый такой, ой.
Ой-ой-ой, тут и поклевочка. Вот это да. Промазал. Ага, догнал у берега уже. Он, правда, небольшой. А, я отпустил. И тут же отпустил. Ну ничего. Значит, он там есть. Вот это подвис. Вот это подвис. Хороший. Причем вдоль берега бросаешь и по течению приманочку сносит. Вот нашел я его. Ага. Ух ты, ух ты, как сопротивляется. Ой, хороший. Хороший, хороший кабанчик будет сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да. Вот ради таких и стоит любить рыбалочку. Бля, какой, ой-ой-ой. Да вы посмотрите на это. На этого монстра. Хо-хо-хо. И все на мою любимую приманочку. Я даже поднять не могу. Вот так. Вот так вот на фоне. Ну все, рыбалочка подошла к концу сегодняшняя. К сожалению, до конца не смог поснимать на камеру, флешка, память закончилась. Поэтому на самый активный клев, где нашел я окуня, на каждом забросе, можно сказать, по окуню я вытаскивал. Вот. Ну, кое-что снял интересное, поэтому, я думаю, будет что посмотреть. Ну, еще раз снимем нашего красавчика. Ой-ой-ой. К сожалению, весов нету, можем его взвесить. Вот на этом сегодняшняя рыбалочка окончена. Вон мне ребятки еще ловят. Поэтому всем хороших рыбалок. До новых встреч.